английском мост. Вот сказал, я ничего не понял. У нас есть много грибы. Да, конечно. Всем привет. Сегодня я и мой дядюшка едем за грибами. В лес. Да, это наш велосипед. И, да, я думаю, я смотрю... Я справлюсь, то есть все будет окей. Да, да, хорошо. О, это мой велосипед. Да. Хорошо. На нем удобно. Да, за корзина. Корзина, да, за корзина. И мы пойдем. Я не могу сидеть здесь, потому что это очень-очень высокий. Смотри, о, я болен, не знаю, как мы поедем на велосипеде. Ну они сейчас, видишь, уже на спячку приготовились, вон большой муравейник. А, да, здесь. К зиме готовятся, все. Да, я готова. Может быть, лес здесь? И волк, да. И лось, и волки, они до Сидорецка доходят. О, да. Лос очень-очень-очень большой. Большой, да. Но я думаю, не... Он бьет передними лапами, бьет. Вот я так. Не быстро на велосипед. Не, а он, а что он за там будет бегать-то? Зачем ты... Может быть, он... Думает, я вкусная, и... Да нет, он ест все, что растет, а не то, что... Как знаешь, это хорошо или плохо? Грибы? Для засолки, они горькие, у них молочко выделяется. Вот здесь вот. На вкус они горьковатые. Ага. Зовут, их надо отмачивать. Они зовут... Горькушки. 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 Еще? Это плохой. А, плохой. Видишь, они червивые. Это плохой? Червивые. Червивые. Червяки их съедают. А. Вот это хороший. Видишь? Их вот так берешь. Раз. А, большой. Вы из грибницы его вытаскиваешь. Грибница остается, все нормально. Ага. А наш грибница... Вот здесь на всем, на всей земле. А, много. Ну, конечно. Как сказать, это гриб? Маховик. Маховик. Это маховик гриб. Ты можешь жарить. Да. Жарить с масла на сковородке. Сковородке. Варить, жарить. Да. Пюре делать грибное. Очень интересный гриб. Ты кушала из маховиков блинчики? А, да, очень вкусно. А это какая? Горькушка. Горькушка. Это горькушка. Другой. Еще другой. Грибы. Вот тут перепончатый, а здесь сплошной, видишь? Да. Вот, видишь, еще маховик. Маховик. Вот, маховичок. Маховик. Вот видишь? Вот. Хороший? Червивый. Видишь, червяков сколько? Вон они ползают, видишь? Вот. Плохо? Ну, червивый. А зачем нам червивый? Где наши велосипеды? Не знаю. Как не знаю? Может быть, там. Мы ехали, может быть, 6 километров, да. Да, но мы не могу, мы не могу
как сказать? Мы могум. Мгум? Можешь. Мы можем. А чего ты хочешь? Мы можем чего? Можем. Не можем гулять. Гулять? По лесу? Но до дома. До дома? Да. Красавец. Красавец. Мухомор. Мухомор. Это хорошая гриба? Гриб? Плохой, ядовитый. А. Я не могу есть это. Почему такой красный, чтобы его не кушали? А. Он предупреждает, что меня есть нельзя. А. А вот его, а лоси его едят. Угу. Они его, ням-ням. Лось. Лось? Лось его ест. А. Ну, когда чем желудок больной у него, он лечится мухоморами. Чего? Что ты сказал, я ничего не понял. Лось лечится мухомором? Да. Катя, а вот это вот мох. 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 Знаешь? Да, на английском мос. Мос? Угу. Мох. Мос. Мос и мох один. Мох. У нас есть много грибы. Другой. Много вот так грибы. Ягода черника. Но не очень сладкий. Ну ты прям сладкая тебе. Собирать еще в августе. Августе. Августе, да. Но а сейчас какая черника? Она уже сейчас переспевшая. Сейчас уже здесь. Пал. Я нашла красные ягоды, может быть, как зовут? Грустника. Может быть, они грустника. Да, много ягоды здесь. Да, ешь. Вот. Не сладкий. Это было там, по-моему. Заказника озера Щучье. Они животный мир. Они в это лисе. Мой дедушка помогит я, потому что я не могу выбрались мой велосипед. Сейчас мы поедем дома. Но это хорошее день. Около 20. Да можешь сказать 20, потому 20. Что тут 400 метров не доехали. Еще 400 метров будет 20. Да, километр. Да, 19 километров 600 метров. Да, много. Сейчас мы ехали в Кронштадт, это остров около Зеленогорск. Это мой первый раз здесь. Обводный канал там. Как в Санкт-Петербурге. Где пойдем? До этого города закрыт много людей. Да, как сказать? Этот город был закрыт для простых людей. Да. Большинства людей. Для большинства. Большинство. Ага. Majority. Да. People. Для людей был закрытый город. Но сейчас это открыт. Путешествие на русском. Вот там Балтик. Маленька Балтик. Как зовут это? Навал Кафедрал. Навал Кафедрал. Морской собор. А, очень красиво. Яхо. Яхо. А, там. Да. Но.
Макаров. Адмирал Макаров. Макаров. Но Макаров это сладкий... Но Макаров. 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 А. Макаров, да. Меня нравится. Да, Макаров. Макаров. Анка. Якорь. Анка. На английском. Но красивый вид здесь. Но сейчас очень плохо погода. Но дождь, чуть-чуть холодно. Моросит дождь. Моросит. Small rain. Да, моросит дождь тоже. Да. Нос. Ну, удачи. Удачи. Good luck. Да. В метро в Москве это собака тоже удача. И много людей трудят нос собаки. Сейчас мы будем гулять на мосте. Моя фамилия Попова, и это Попова делает радио много времени назад. Это интересно, потому что не знала Попова делает радио, и он здесь, был здесь. Какаду. О, привет. Привет! Было здесь изначально, но случилось самое страшное наводнение в Петербурге, когда вода поднялась почти на 4 метра. Это 1824 год, много где в Кронштадте, в Петербурге есть отметины уровня воды, как она поднялась. Меньше воды на самом первом встречает все корабли, приходящие в Кронштадт, и затем уже в Санкт-Петербург. Если приглядеться, видно, что стоит на отмеле, там такая вода посветлее. Вот эти голубые точки – это севшие на отмель корабли еще при Петре Первом. То есть там поэтому решил поставить маяк, чтобы все обходили это опасное место со стороны фарватера. Они умели делать, тестировали как раз новую технологию себя. И вот внутри у него была такая гиря, которая опускалась вниз, и когда она опускалась, начинала вращаться центральная часть линзы. То есть он так механически работал. Курит трубку, все записывает в актовый журнал, это главная книга маящика, то есть там все, что происходит на мелке. Пусть сразу радиосвязи, микрофон, можете с руководством общаться, расскажут, что вы сегодня к вам в гости пришли. Также у него есть такой шлюпочный компас, который можно взять с собой, отправившись на рыбалку. Он противокачкает, то есть даже если начнется шторм, вот я качаю, видите, ничего не меняется. Это позволит ему не заблудиться и вернуться обратно в родной маяк. Заканчиваю экскурсию, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. А так отправляю вас в свободное плавание по музею. Спасибо за внимание. А у тебя есть зернышко. О-о-о. Видишь, как я не кусач. Ты кусач. Где? Пойдем. Там. Да, мы туда пойдем. На башню. А, на мост. На мост? Да. Ну, нет? Да. Yes, it is. Сейчас это следующий день, и мы в Виберге, да? Виберге, да. Как сказать sink? Варяги грабили Европу. За. За то ногу. Затонул. Корабль затонул. Да. Сколько года назад? А там сколько лет? Не знаю, когда варяги. А, во времена варяги. Старый дом, да. Говорили, это заметно. Может быть, школа? Нет. А, на английском. Да, лица на дерево. Очень интересно. Собор Петра и Павла. Здесь. Не знаю, кто это? Кто это? Ну, кто-то. И, как сказать это?
Рука. Рука, да. Рука. Твоя рука. О, может быть. А, не видите, везде. Со звездой свои еще отпечатки оставили. А это Клара, Клара Лучко. Это артистка. Артист. Лучко. О, много человек. Очень красивая. Да. Как вы в Санкт-Петербурге? Дома. Здесь. Голубой. Это Финский залив. Вот. Да. Сейчас мы будем ехать в музей шоколад. Здесь шоколад, пиво. Ослабить, такой толстый ты что? Спасибо. Дерево, с деревом счастья. Русский тот, кто любит Россию и служит ей. Петр Первый. Это все Петр Первый сказал. Мой дядюшка сказал, медведь это в лесе. О, лесу? Лесу? Да. Или лес? В лесу. В лесу. Медведи. Да. Водится. Очень страшно. Водится. Сейчас. Медведи страшно. Да, конечно. Видео, но мне очень нравится Выборг, потому что это очень красивая и много чем заняться. Там я хочу ехать там еще раз, потому что да, очень красивая. И 45 минут до здесь, да, очень интересно тоже. Да. Спасибо, просмотр. И, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, потому что я делаю два новых видео в неделю. Да. Спасибо и пока.